Крупное ДТП произошло на улице Адели Кутуя в Казани. Там столкнулись сразу 5 машин. Автомобили практически парализовали движение в обоих направлениях, так как были разбросаны по разные стороны дороги. Удар был сильным. По предварительным данным, пострадали 2 человека. Альбина Минибаева продолжит. Жена пошла с рампом. Этот пострадал, у него девушка. В аварии пострадали как минимум 2 человека. Если пассажирка «Лада Приора» от госпитализации отказалась, то вот пассажирку «Митсубиси Лансер» увезли в больницу на скорой помощи. Удар пришелся как раз на ее сторону. По рассказам очевидцев, именно автомобиль, в котором находилась пострадавшая девушка, спровоцировал массовую аварию. «Митсубиси» хотел здесь резко развернуться, двойную сплошную. Тот даже не успел на тормоз нажать. И снес его, считай. Этот разворачивает, кидает на Приору, Приор на меня, а неуправляемый Мерседес, он уже туда ушел. По рассказам участников аварии, водитель Митсубиси начал разворачиваться через двойную сплошную линию. Шофер Мерседеса, едущий по встречной полосе, такого никак не ожидал и остановиться уже не мог. Как итог, 2 пострадавших пассажира и 5 разбитых автомобилей. Я за него ехал, сзади него ехал. Он передо мной начал разворачиваться резко. Вот, все, давай. Степень вины водителя Митсубиси определится на разборе в автоинспекции после определения диагноза у всех пострадавших. Альбина Минибаева, Арат Назибов, Константин Бушуев, вызов 112.